Ну что, у нас зеленые руны, но я в этот раз специально взяла зеленые, может что-то материальное отдал, на какую-то материю указывает, так же как карты влюбленные в первом. Но вторая на это руна не указала, хоть и зеленые, какие-то материальные дела через людей мы будем решать, и в первую часть недели может прийти какой-то и подарок, и известие. Может, вы какие-то документы оформляли на что-то материальное, вам придут. Но в любом случае они прямые обе. Если там маг был перевернутый, то на рунах уже руна человека, она прямая. То есть более благожелательная. То есть и благожелательные люди нам тоже будут попадаться и помогать. Но какие-то материальные приобретения и вообще дела лучше будут решаться в первую половину недели. А контакты с людьми, встречи, разговоры лучше будет на второй половине недели. И очень даже возможно, что придет какой-то вам подарок. Какое-то деловое известие, предложение от человека. Или документы, или деловая весть, или деловое предложение. Но это не любовное. Но что тут еще? Может быть, гости могут приехать к вам. И еще подсказка тем, кто боится, что кто-то у них не вернется. Вот тут было, что конфликт расстанется в паре. Ответ окончательный был, что эти споры, эти конфликты у вас погаснут, и вы останетесь в паре, вы помиритесь. Тем, кто хочет, чтобы близкий вернулся, или чтобы сын остался с вами. Тут, не знаю, почему как-то вот больше хотите руна человека, к мужчине тяготеет. Там маг, как-то вот все-таки о паре речь идет, что не развалится, не расстанется. Те, кто боится, что мужчина не вернется в дом, но сейчас очень много всяких и несчастных случаев, и поезда с рельс сходят, все, он вернется. То есть, если у вас муж, например, в море, он вернется. Если что-то подобное, тоже он вернется. И, кстати говоря, что если у вас такой магический поединок, там был маг, или вообще просто поединок с кем-то, да, то в итоге тут предвещает победу все-таки на рунах. Если на картах это было еще очень сомнительно, то руны вам в итоге предвещают победу. Что хотя у вас мало шансов сломить своего врага, если так брать, что по врагам, то на стороне ваших врагов как бы они привлекают высшие силы, и светлые, и темные. Там одновременно было очень четко сказано. И по влюбленным картам, не забывайте, это же наши открытые враги. То тут говорится, что у вас есть сторонники и очень сильные на рунах. Тут руна человека прямая. У вас тоже есть сторонники. И причем это люди не какие-нибудь там бедные или нищие, руны тут зеленые. И, кстати, название этого камня рун — это авантюрин. А авантюрин связан с какой-то удачей еще. Вообще сам по себе. Я, кстати, до зеленых вот этих рун даже не знала, что авантюрин бывает и зеленый. Разновидность не только. Как-то только золотой песочек и лунный камень все время. Авантюрин ассоциировался. То есть это какая-то удача. Авантюрин, он удачу приносит. Успех. Если так брать по ассоциациям, то это успех. То есть в вашем конфликте с каким-то врагом, застарелым, особенно если это с материальным связан,
вас ждет успех, и вы найдете сторонников. Но выбор в этом делать не стоит, это само собой произойдет. Выбор вы сделаете неверный. Придет момент, вы обретете сторонников, и вы победите в этой борьбе всех своих врагов. И вы останетесь вместе, не в одиночестве. Если там у вас конфликт, то эти руны подсказывают, что у вас также есть и союзник. То есть либо это брак, либо сын. Ну, у мужчин это классический брак все-таки, а у женщин это может быть сын или папа. Или говорят, что и бывает друг такой, как отец. Тоже есть у некоторых. Многие женщины говорили, что есть такой вот друг. То это вам предвещает победу. В общем, покровительство, в общем-то, так говоря. Наконец сформулировал, у вас появится покровитель или помощник, или это реальный ваш сын, папа, муж, очень хороший друг. Или хороший специалист, который вам поможет. Так что на рунах более... Как бы завершение тут благоприятное очень. Несмотря ни на что, вы выйдете. Так что кто боится остаться в одиночестве, не останетесь. Но первый совет такой радикальный. Не предпринимайте меры. Вот такой у нас был расклад на неделю. И чуть подольше руны получились. И на этом я прощаюсь.